ваша основной еще и вопрос закрепления этих кадров, правильно? Абсолютно. И в этой связи я... у нас во второй части будет Евгений Николаевич выступать, который, ну, может быть, вот, расскажет несколько, ну, нам всем расскажет, поделится той схемой, по которой это, в принципе, возможно. А вы вот готовы были бы, скажем, в рамках целевого заказа просить подготовку специалистов? Это же будет типа уже контакт. Мы уже просим в рамках целевого заказа, у нас уже учатся, в том числе экономистов, со, с нашей спецификой. Мы были бы просто рады, вот, с удовольствием бы взяли к себе. Вот, то есть обращаться к вам, да? Конечно. Спасибо вам большое.